Москва, 16 мая, РИА Новости. Группа экспертов по кибербезопасности Malwareum Tertium обнаружила новый в своем роде экранный блокировщик под названием Stalin Locker или Stalin Shrimmer, который уничтожает содержимое дисков на компьютере, если пользователь не введет правильный код. Об этом пишет портал BlackandComputer.com. При исполнении Stalin Locker создает механизм своего автозапуска и пытается прекратить другие процессы, в частности, завершает работу проводника. Вредоносная программа отводит для ввода кода 10 минут. В течение этого времени на экран выводится изображение советского руководителя Иосифа Сталина, исполняется гимн СССР и показывается обратный отсчет до начала момента удаления файлов. Как установили эксперты, код разблокировки можно определить путем вычисления разности между текущей датой, то есть момента, когда программа была выполнена, и 1922.12.30, датой образования СССР. При этом каждый раз при новом запуске количество секунд, оставшихся до начала момента стирания файлов, будет уже не таким же, как при последнем выключении компьютера, а в три раза меньше. Если пользователь так и не вводит код, то блокировщик попытается удалить все файлы на всех дисках, последовательно проходя их буквенные наименования от А до З. Как стало известно Malwareum Tertium, блокировщик в настоящее время находится в разработке, в частности, пока некорректно работают некоторые процедуры. При этом, по словам экспертов, его можно будет легко перевести в работоспособное состояние,